Книги Севиэллы легко читаются. Это простота, с которой он рассуждает о самых серьезных вещах. Напоминает нам о его великом предшественнике Олесе Адамовиче. Оба писателя рождены Бобруйской землей. Здесь в крови умение говорить просто о сложном. Так просто, что после нам больше нечего сказать. Олесь Красавин. Сегодня в программе «Ночь музеев» прошла в будущей культурной столице Беларуси. Тест на любовь к музеям бобруйчане сдали на отлично. Золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров чествовали в Дворце искусств. В Бобруйске прошли мероприятия, посвященные Международному дню семьи. И другие интересные сюжеты. Оставайтесь с нами. То, что Бобруйск – высококультурный город, мы знали еще со времен Ильфа и Петрова. И спустя десятилетия слова писателей воплощаются в реальность. В 2017 году культурной столицей Беларуси станет Бобруйск. Думается, наш город заслужил это право. Судите сами. А меня зовут Евгений Гуманюк, и сегодня я буду вашим экскурсоводом. Проект «Культурная столица Беларуси» стартовал в 2010 году. Первым этого статуса был удостоен Полоцк. Затем эстафету подхватили Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест. Сейчас культурная столица Беларуси – Молодечно. Бобруйск всегда отличался особым колоритом, и культурным его делают люди, которые здесь живут. Люди, которые любят свой город и свое дело. Как говорят, судят по делам. А культурных дел у нас хватает. На перечисление всех не хватит эфирного времени. Вот только некоторые из них. Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Международный пленер по керамике «Арт Жижель». Фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. А взять историческое наследие. Чего стоит только одна Бобруйская крепость. Наш город дал миру многих известных людей. Многие за поем читают Севиэллу и Коваля. Наслаждаются картинами Рабкина и Концуба. Рукоплещут Би-2 и Олехно. Радуются успехам братьев Богдановичей и сестер Седоковых. Помните высказывание одного киношного героя? Культурно отдыхать умеем. Так вот, у нас в городе тоже умеют. Конечно, во многих городах культуры более чем достаточно. Но вот такого колорита, как у нас, вряд ли где сыщешь. Вам доводилось когда-нибудь побывать в городе мечты? А вот бобруйчанам его показали. Международный день музеев. Не далее, как 18 мая в нашем краеведческом прошла удивительная ретро-вечеринка, стилизованная под нетленки Ильфа и Петрова и еврейское местечко начала прошлого века. Много лет назад Бобруйский рынок и примыкающая к ней социалка были без преувеличения центром городской жизни. Поэтому неудивительно, что город мечты, который на время разместился в стенах музея, начинался именно с рынка, прихватив с собой колоритных торговок. Сопочка, вчерашний день еще искать вчера. Что ты мне можешь сказать за эти петушки? Я могу сказать за свои семечки. Тогдашние бобруйчане не покупали одежду на рынке, а шили модные бруки на заказ у лучшего городского портного. Для богатых дорого, для бедных дешево. О Бобруйске писали еще Ильф и Петров. Как же могла обойтись ретро-вечеринка без их знаменитых персонажей? На праздник приехал Остап Бендер, чтобы на собрании детей лейтенанта Шмидта провести Бобруйскую конвенцию. При слове «Бобруйск» у всех, помните, затрепетали сердца, потому что здесь жили высококультурные люди. И можно было заработать хороших денег. Я думаю, что в Бобруйске мы подпишем свою конвенцию и разделим мир очень даже хорошо. Что говорить, дух авантюризма в Бобруйске неистребим, а его жители по-прежнему ценят хороший юмор, приключения и сытую еврейскую кухню. Кстати, самое вкусное блюдо, которое, если верить тете Циле, гефильте – фаршированная рыба, рецептом приготовления которой она охотно делится. Вы берете рыбу, судак и толстолобик. Вы у меня спросите, где взять бобруйский судак и толстолобик. Ну, звоните знакомому директору ресторана, да? И все, у вас рыба на столе.
А еще были литературная гостиная, танцплощадка а-ля 30-е и, самое главное, ни одного безразличного. Не отстал от краеведческого и наш художественный музей. Здесь состоялась выставка-конкурс детского рисунка на тему белорусских народных сказок. Презентация альбома нашего художника Анатолия Концуба. Музыкально-поэтический вечер. Выставка молодых художников «Белл-Арт Бай». Выставка презентовала живопись, скульптуру и графику в актуальных направлениях искусства, которые имеют место на сегодняшний день в Беларуси. Вот такие наши культурные дела. Сами работники культуры в один голос говорят: наш город Бобруйск достоин быть культурной столицей Беларуси. А коли так, добро пожаловать в Бобруйск, будущую культурную столицу Беларуси. И не в следующем году, а, как говорят у нас, не ищите вчера, приезжайте прямо сейчас. Бобруйск отпраздновал Международный день семьи, и мы не могли обойти эту тему стороной. Во всем уступать мужу или быть под каблуком у жены, а может смотреть в одну сторону. У нас в Бобруйске говорят: добрая семья прибавит разума, ума. В чем секрет семейной жизни, чтобы как в сказке жить долго и счастливо? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Прежде всего, должен залаживаться очень крепкий фундамент. Фундамент состоит из того, из понимания друг друга, чтобы муж понимал жену, жена понимала мужа. Естественно, и дети, чтобы понимали родителей, родители пытались понять детей, интересовались всеми их интересами, делами и помогали друг другу. Я думаю, вот это самое главное понимание в семье. Любовь, наверное. Дети, чтобы росли и радовали родителей. Взаимопонимание. Любовь, чтобы все здоровы были. Надо любить друг друга, это в первую очередь. Ну, это дружба, любовь, взаимопонимание, поддержка. В общем, все самые лучшие чувства, которые, значит, включают в понятие в себя любовь, это и есть семья. Семья. А главное – любить друг друга, уважать, помогать друг другу. Да. Понимать, заботиться друг о друге. Уступать. Верить, любить. И уступать, самое главное. А еще цветы нужно дарить. Да. Дружная должна быть, чтобы было взаимопонимание, любовь, уважение друг к другу у всех. Чтобы дети уважали родителей. У нас Бобруйские ценят и чтут семейные традиции, а еще живут долго и счастливо, аж до бриллиантовой свадьбы. И чтобы традиция эта продолжалась, в рамках празднования Международного дня семьи наших золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров чествовали во Дворце искусств. Такой достойный пример для молодых бобруйчан. О формуле семейного счастья с юбилярами беседовала Кристина Каранкевич. Николай Павлович и Ирина Георгиевна Чернышовы вместе уже 60 лет. Рука об руку они прошагали по жизни чуть ли не со школьной скамьи, где, кстати, и познакомились. Вечер встречи был студентов и десятиклассников. И вот мы в этой школе встретились. Мы с тех пор не расстаемся. Николай Павлович закончил военное училище в Челябинске, Ирина Георгиевна – Оренбургский мединститут. Николай Чернышов служил в России, потом в Бобруйске. Так с семьей и остался в нашем городе. Юбиляры признаются, в их семье было все, но главное, что они усвоили за столь долгий совместный путь – нужно уважать друг друга. Человек и создан для этого, для семьи. Семья – это радость и трудности большие. Но это нормальная жизнь. Без семьи жизни, ну, я не представляю, как это. Для нее живешь, для детей, для внуков теперь. Все время забота. Ну, короче говоря, семья – это превыше всего. И чтобы такой пример был показательным для молодых, бобруйские бриллиантовые, изумрудные и золотые юбиляры делились своим секретом долгой семейной жизни. Расскажите нам, пожалуйста, в чем ваш секрет вот того, что вы вместе провели столько лет? Я считаю, что никакого секрета нет. Главное – уметь вовремя сказать «прости» и, наверное, доверять всегда и во всем друг другу. Я хочу пожелать супружеской верности,
домашнего тепла. И чтобы действительно люди в семье понимали друг друга. Ведь понимание, заботливость супруга, вот это и есть источник той счастливой вот такой супружеской жизни. Ну и, конечно, всем должна править любовь. У нас в Бобруйске ежегодно регистрируется около 20 юбилейных свадеб, хотя теперь, говорят, молодежь не спешит под венец. Средний возраст брачующихся – 25 лет. Традиционно ко дню семьи сюда, во Дворец искусств Бобруйска, приглашают для торжественной регистрации брака и молодоженов. Но наши бобруйчане оказались слишком уж суеверными, и в пятницу 13-й, да еще и в мае, жениться никто не отважился. В прошлом году в области заключили брак более 9000 пар. Нынешний високосный год свадебного бума не обещает. Зато маленьких бобруйчан в этом году уже родилось на 48 больше, чем в прошлом. Так держать. Без срока давности, так можно сказать об истории, которую мы узнали. Началась она 75 лет назад. Ну и спустя столько времени в ней остается очень много белых пятен. Это история курсантов Бобруйского военно-тракторного училища, державших оборону на берегу Березины в июне 41-го. А помогли нам ее узнать бобруйчанин Михаил Казаченок, который установил памятник в честь погибших советских бойцов, и военный историк Николай Борисенко. На левом берегу Березины стоит скромный памятник. Он установлен в честь курсантов Бобруйского военно-тракторного училища, которое в июне 41-го приняли здесь свой первый и последний бой. Памятник установил бобруйчанин Михаил Казаченок, живущий на правом берегу Березины. Говорит, отец рассказывал, что в июне 41-го здесь шли кровопролитные бои. И в честь этого здесь был установлен обелиск, который в 50-х годах куда-то исчез. С сыновьями решили обозначить это место просто. Потому что здесь палатки ставили постоянно, регулярно приезжают отдыхать. Ну, мы решили поставить памятник такой. Залили сами, форму сделали, поставили. Михаил начал собирать информацию. Выяснить удалось немного, но все-таки сложилась определенная картина. В 41-м на левобережье Березины держали оборону отдельные части 121-й стрелковой дивизии, 47-го корпуса генерала Поветкина, 21-й дорожный эскадрильный полк и два батальона Бобруйского военно-тракторного училища. Это были 19-летние выпускники, которые за несколько недель до войны стали командирами взводов. Они героически держали оборону города, но силы были неравны. С винтовками остались против танка. Все. 3 дня продержали. Так. Восстановить события этих дней помог военный историк Николай Борисенко. Немцев с помощью плавающих танков удалось форсировать Березину, сбить наши позиции, и курсанты уже отступили на реку Ола и дальше на Друдь. И потом уже 5 июля они вышли в Гомель, откуда 6 июля были эвакуированы все училище. Вот то, что осталось от него после боев, было эвакуировано в Сталинград. О том, сколько защитников Бобруйска осталось на поле брани, сколько осталось живых, можно сказать лишь очень приблизительно. И только ли останки выпускников военно-тракторного училища покоятся в земле на левом берегу Березины, пока неизвестно. Там эти другие части были 47-го стрелкового корпуса генерала Поветкина. Это покажет, как говорят, только раскопки, только подъем, когда найдем что-то именное, какие-то опознавательные знаки. В этом году запланированы раскопки предполагаемого захоронения, которое будет проводить 52-й отдельный поисковый батальон. Возможно, после этого неизвестный солдат станет меньше. А пока к памятнику кто-то приносит цветы. Значит, люди не забывают о тех, кто принял смертный бой за Бобруйск. Далее в программе. 46 учащихся 27-й Бобруйской школы, начиная с 2010 года, получили международные дипломы на знание немецкого языка по программе «Школы партнеры будущего» Федерального министерства иностранных дел Германии. Имя коллектива «Мечта Беларусь» 10 раз прозвучало во время награждения победителей на мировой танцевальной олимпиаде. Бобруйчане вернулись с полным комплектом наград. Оставайтесь с нами и не переключайте.
Немецкий как родной язык. Ученики 27-й Бобруйской школы в очередной раз получили международные сертификаты на знание немецкого языка. Экзамен принимали представители Министерства иностранных дел Германии. Ребята не только рассказали о родном Бобруйске на немецком, но и поделились своими планами на будущее. Ведь сертификат открывает для лингвистов множество возможностей. То, что мы можем делать все, что хотим, мы можем брызгаться из шланга, собирать фрукты, ягоды, веселиться. Я люблю немецкий за то, что много книг написано на немецком, за то, что многие композиторы жили в Германии, в Австрии. За то, что многие носители этого языка приезжают к нам в Беларусь, в нашу школу. Немецкий язык в 27-й школе Бобруйска изучают с начальных классов. Культура, литература, музыка одного из старейших народов Европы не только расширяет кругозор, но и несет вполне практическую пользу. Овладевают немецким языком на достаточно хорошем уровне. Много детей, победителей городских и районных олимпиад по немецкому языку. 3 человека у нас в этом году получили места на областной олимпиаде и неплохо участвовали на республиканской олимпиаде. Кроме того, ребята получают возможность дальнейшего обучения в Германии. Für den mündlichen Teil der Prüfung habe ich das Thema die deutschen Spuren in meiner Heimatstadt gewählt. Ксения изучает немецкий язык 9-й год. Она подготовила презентацию о Бобруйске, с которой и началось знакомство немецких экзаменаторов, представителей Федерального министерства иностранных дел Германии, с городом на Березине. Оказалось, нас, жители Бобруйска, многое связывает с Германией. В Бобруйске есть много улиц, которые названы в честь немецких знаменитых людей. Допустим, я говорила Карл Маркс, улица Карла Маркса или Энгельса, например. Также Бобруйская крепость, она строилась по плану самого немецкого инженера. Ксения попала в число 12 учащихся 27-й Бобруйской школы, которые успешно сдали экзамен и получили международные сертификаты по немецкому языку благодаря программе «Школы партнеры будущего» Федерального министерства иностранных дел Германии. Изучение немецкого языка – это большая перспектива на будущее. Это язык европейского уровня именно. Благодаря этим занятиям и факультативам, и урокам, и помимо того, помимо этих занятий, мы еще и отдельно занимались с учительницей. Это много дало, и это, конечно, помогло на олимпиадах. Бобруйская школа одна из первых присоединилась к этому проекту в 2010 году по рекомендации Министерства образования. Сегодня в проекте «Школы партнеры будущего» участвуют 1500 школ-партнеров по всему миру, в том числе 12 белорусских школ. Немецкий язык – самый распространенный родной язык в Европейском Союзе. В настоящее время его изучают 15,5 миллионов человек во всем мире. Между прочим, рейтинг самых сложных для изучения языков возглавляет китайский. За ним идут арабский и японский, финский, венгерский, эстонский тоже находятся в числе сложнейших из-за огромного количества падежей. Бобруйчане привезли золото с 13-й танцевальной олимпиады в Сокольниках. 50 стран, 25 тысяч участников, а наша команда «Мечта» получила полный комплект медалей и стала лучшей. Специально для телезрителей программы «В городе Бобруйске» юные воспитанники Ренаты Каладинской повторили свои лучшие номера. Смотрим и восхищаемся. Абсолютная чемпионка мира по фитнесу Рената Каладинская начала готовить свою команду к мировой танцевальной олимпиаде в Сокольниках в феврале, сразу после рождения второй дочери. Февраль, март, апрель мы конкретно уже занимались именно олимпиадой, и в мае. У вас растет еще одна будущая чемпионка? Ну, мы не стремились, и из Доминики, в принципе, это делать чемпионку. Ну, нравится и нравится с мамой.
Ну, тут еще и с папой, и вторая. Ну, будет все видно, как получится. На Олимпиаде старшая дочь Ренаты, 5-летняя Доминика Пантелеева, стала абсолютной чемпионкой мира по акробатическим танцам, чем не только порадовала маму тренера, но и установила белорусский национальный рекорд. Хорошо походила чемпионат, я очень хотела выиграть. И я, да. Мне купили они игрушку мягкую. Команда образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта» – члены Белорусской лиги танца. Участие во Всемирной танцевальной олимпиаде в Сокольниках они приняли во второй раз. Конечно, очень интересно, проходит все это в Сокольниках. Вот, в огромных залах, дети были, ну, в разных залах выступали. В том году мы ездили втроем, а вот в этом году мы уже съездили большим коллективом. Вот нас ездило 15 человек, и у нас весь комплект медалей. Имя коллектива «Мечта Беларусь» 10 раз прозвучало во время награждения победителей в трех танцевальных залах Сокольников. В самом сложном виде танцевального спорта, акробатическом танце, номинации «Дети соло» бронзу выиграла девочка-сюрприз Дарья Лагун, оставив позади тридцатку сильнейших акробатов мира. Мы готовили его долго, ну, он не сильно сложный, но прежде чем прыгать, нужно размяться. Вице-чемпионом мира стал единственный парень коллектива «Мечта» Илья Пархоменко. Девичья компания его не смущает, ведь у танцоров-акробатов отличная физическая подготовка. Ну, я вообще думал, ну, научиться танцевать для себя. Ну, было сначала несколько мальчиков, а потом все чего-то поуходили, так я теперь один. Дебют на чемпионате мира оставил незабываемые эмоции в сердцах наших бобруйских звездочек. Огромное спасибо невероятно талантливым мечтайкам за то чувство гордости, которое мы испытываем, глядя на наших бобруйских детей на мировых пьедесталах. Мирная страна, счастливая детвора. 29 мая в городском парке пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей. В этот же день музыкальную сказку «Волшебная лампа Аладдина» покажут на сцене областного театра драмы и комедии. Какие еще мероприятия нам подарит «Бобруйская весна», вы узнаете из нашей афиши. Пришло время прощаться. Напомню, что передача выходит в эфир на канале «Беларусь-4». Дважды в месяц ровно в 18:40. Меня зовут Евгений Гуманюк. Всем бобра!